Хороший показатель, 60 челов, ты смотри. У меня и видео столько даже не смотрят. Что ты говоришь? Там можно так-то деньги. Где запустить? В ТикТоке, мне кажется, будет. В ТикТоке? Там если дарить розочки, всякие цветочки, подарки, то они деньги стоят. Так а как их обменять потом на деньги? Это я не знаю. Ну как это брехня, их нельзя. Можно. Ну как настройка? Так можно. Как? Это мизер, в этом и весь прикол. Так это брехня, нельзя в ТикТоке ничего обменять. В ТикТоке ты можешь только, если ты договоришься. Это новая функция. Ну возьми, обменяй меня, покажи. Там вроде имеет 1000 подписчиков хотя бы. Это брехня. Это, блядь, не брехня. Ну как ты выведешь деньги? Ты в ТикТоке не можешь даже добавить ничего. Баллы, тебе дарят подарки, тебе какой-то процент за купленные подарки. Ну по сути, так это работает. Типа ты стримишь, тебе дарят подарок, и от этого купленного подарка тебе там наполовину можно. В общем, подписчики, напишите в комментариях, правду сейчас говорит Назар или нет. Но я так думаю, нужно проверить это на практике, чтобы точно узнать. Но может это и правда, но возможно и нет. Да, это очень интересно. Ну, я не знаю, возможно, это правда. Но возможно. Я в этой. Я этой информацией не обладаю. Я в этом не разбираюсь. Я поэтому... слышал, земля плоская. Ну, возможно, это правда. Возможно, и нет. Возможно, и нет. Кто знает, ученые вроде умерли. Я тоже всегда пролистываю трансляции. Даже если это что-то интересное. В Инстаграме? Мы расскажем. Нет. Мы расскажем зрителям. Сколько у тебя в ТикТоке? Так подожди, ты ведешь стрим в ТикТоке? Да. Все равно там заходит. Скажи, отправьте мне один банан, я хочу его обменять на деньги. Что кто-нибудь зайдет, она... Да просто сейчас почтой отправят. Адрес это Прага, Хемицка, да. О, это какой-то так остался. Блин, я бы сфоткала. Хаос уфа. У меня здесь... А, это восковые фигуры. Правильно. Блин, у меня ноль зрителей, там пишут, так держать, мы рассказываем о вашей трансляции, вы зрители. Подожди. Так, ну, два раза больше. Ну так скажи, чтобы тебе кто-нибудь отправил эту фигню. У тебя сколько подписчиков? Машина едет. Всем привет. У тебя есть 1000 подписчиков? Всему привет. Здесь такой звук от машин. И в основном здесь мерседесы. Подожди. У тебя есть 1000, у тебя есть 1000 подписчиков? У меня 6000. Ну так ты, значит, можешь получать это, ну, обмен, да? Так. А я бы можешь получать? Обмен? Ну вот обмен этих стикеров на бабки. Наверное. Так давай, так сделай это. Так. Так скажи, подписчики, закиньте кто-нибудь один стикер, это чисто ради эксперимента. Да, реально, закиньте кто-нибудь один. Давай я закинь. О, закинь. Я сейчас сниму. Так у тебя деньги снимут. Народ. Ну зато мы узнаем, можно ли это вывести. Народ. Ну, народ. Что? Я бы был хорошим тиктокером. Вот Ситроен. Я уже об этом 3 раза сказал. Тиктокером ты бы хорошим был, я думаю, да. Да, думаешь? Думаю, да. Да. Конечно. 4 комнаты, потолки 4 метра. Подождите, 2000 евро метр квадрат. Это купить типа можно, да? Нет. Праги метр квадратный 6 тысяч стоит. Долларов. Ебать. Это правда. Я сам посмотрел, типа, со своими друзьями. Охуеть. На безреалити CZ. Я не буду покупать. О, смотри, какой вид. Какой? Красивый. Да. Идем дальше. К горе и к этой главной улице. Заказ парковани. Хороший вид, если вот это дерево срубить был бы. А мы там не ходили, кстати. Ну тогда мы там не ходили. Там мы пойдем. Ну вот это красиво. Да, надо будет там походить. Ага. У нас, к счастью, 6 часов до отъезда есть. 6 часов еще до отъезда? Так мы все прошли здесь. Нам только вот эту улицу вниз и все. Нет, нам на фуникулёр еще. Так ты думаешь, там... А, это мы там были, да? Там мы не были. Ну вот, где-то мне. Вот та гора. Тут где-то мне. Не, на ту гору. Мы без хачапури мы сегодня не уедем, ребят. Как хотите. Так мы... Подожди, что там? Онтарио. Хотел.
Таксишка, дома, отель Онтарио. Мы фоткаем Настю. О, солидно, солидно вообще. Мне идет. Тебе идет не то слово. Такое чувство, что мы пока не в Бугульму приехали или в Елабугу. Мне идет, народ? Что мы кто? Да, Бугульму или в Елабугу приехали. Что такое Бугульмо? Это город. Это что такое? Город. Это Татарстане. Где? Казахстане? Татарстане. Татарстане? Я не знаю. Сироп Бугульма, знаешь? Ну, это настойка. Впервые слышу. Ну, в России популярно. Наоборот. Ну, она дешевая и... Почему? Ну, сосавка голубая. Тебе глаза голубые. Не, я никогда не пил. Алкоголь? Сиробу гульму или что? Цветок просто. Так он красивый. Ну ладно, хорошо. Да блин! Ладно, мне пока не понятно. Как я не завидую тем лохам, кто не поехал с нами. Нафига чешский флаг замотали? Да, лохи, конечно. Ой. О, надо его... Ой-ой-ой, а кто это сделал? Типа правительство хотят сказать. Так ты понимаешь, почему это сделали? Что? Типа, что они эти коронавирусные ограничения придумывают, и это не нравится владельцу. Да, он просто закрутился. Ты думаешь? Я думаю, его специально так закрутили. Да, это заговор. Мне кажется, это специально. Мне кажется, нужно снять, как я иду по улице. Ты снимаешь на 24 кадра? Нет, на 60 только. А зачем? А 4К, оно много памяти занимает. Ну, да. И оно, ну, не, ну смотри, если вот вращать, оно не плавное. Ты тут что, нажми 60. Так это нет, оно не плавное. 60 делает плавную. 60 это самое плавное. А не 24 это киношное, типа. Да, да. Так киношное, оно один кадр, а у меня это action, life. Видишь, я всегда кручу камерой вот так. Action, life, vlog. На продай. Вот так выглядит та улица сзади, по которой мы шли. Мерседес. Смотрите, какое дерево странное у него. Апотека, лекарна. Детская зона. Хорошая детская зона, прям очень детская. Да. Это зона типа лекарна. О, мы пришли к вонючей воде. О, наконец-то мы пришли к этой воде. Смотрите, какая лестница. Может, мы туда пойдем еще посмотрим? Любишь лестницу, да, тайная? Не? Потом? Да. Потом к лестнице? Вот, давайте в зеркало. Встали. К стеклу прижались плотно. Ехали в Карловы Вары. А с нами? Не, мы сами типа приехали. Да, мы приехали, да? Мы сами приехали, прижались, сфоткались в зеркале, типа. О, смотри, вода. Обман, ничего здесь нет, но вообще должна вот литься вода, видите, из рта рыбы. Ух ты, смотри, ты видел, как там на понижение идет? Да. Ну так ты смотри, вот сейчас видел? Вижу, да. Офигеть. Офигеть. Меня это заскочило, как говорят по-чешски. Доткло. Доткло. Зауяло. Огромило. О, second hand. Это видишь, что? Ну, он закрыт. Ну, тут 70% скидка. XXXX. Ух ты. Вот это мы пришли к этому источнику. Но... Все, выпили, уже не работает. Видите, если вы приедете осенью в ноябре, то, к сожалению, уже ничего не работать будет. Не будет, цветов не будет, воды не будет. Ну, осень, как-никак. Это и понятно. Все закрывается. Мне скополиция. Зато какая это, слышишь? Слышишь? Какая тогда его звена? Ты слышишь? Какой цитим, как свой глаз. Же? Я не знаю, вам то слышать на видео, але про мене тут не уполнив злочин, якого займу зарвень.